Всем доброе утро. Так, ну что, показываю. У нас дождь прошел. Прямо вообще. Показываю рыбу. Видите, сколько в ней рассола. В общем, сейчас я ее процежу, вот этот, солью. Рассольчик, и будем уже рыбку пробовать. Я вчера вам, наверное, еще не показывала. Нас угостили ранеткой. В общем, нужно будет высыпать ее тоже в тазик, наверное. И ну, будем компот варить, кушать. Какие уже подпорченные, наверное, заморожу. То есть компоты. Так что, все, сейчас будем кушать. Так, ну что, мы уже дома. Мы ездили, осину опять заготовили. Ребята, привет! Вот, пока мы ездили, Ваня погулял с Гошей, уже домой его завел. Вот я уже белье кое-какое сняла, высыпала. Я уже с другом поссорился. Ну и развешивала, пускай вроде ночью дождя не обещают, так что вот так. Наверное, хочу маленько поговорить об осине, да, много спрашивают, много вопросов задают, как у меня лицо после осины, как вообще состояние. Лицо гораздо лучше стало, Гоша. Я паскудный. Успокойся. Лицо стало гораздо лучше, и самочувствие стало гораздо лучше. Меньше стало выпадать волос, очень мало, да? Если раньше у меня прям клоками вылезал, сейчас, ну, это совсем немного. Вот. Гоша. Спрашивают, откуда я узнала об осине. Узнала я об осине от бабушки, от одной, которая старенькая, мне когда-то посоветовала, и тем самым я, наверное, только и выжила, да, мне было очень плохо, и я уже не во многих из роликов говорила это, вот. Спрашивают, вот многие девочки пишут, от чего осина. Осина помогает почистить лимфу нашу. Помогает от паразитов, от эпистархоза хорошо, чистит желчный, лямбли, ну, в общем, кишечник хорошо, в общем, чистит прекрасно. Вот. Так что, ну, что еще могу сказать? Как она пьется, осина? Пьется она около 3 месяцев. И... Тем самым я весна-осень прохожу чистку обязательно, потому что где-нибудь что-нибудь да хапанешь, это обязательно. Это кажется, что мы живем, и мы такие чистенькие все. И это нас не касается. Это совершенно не так. Вот. А что еще? А, да, вот не закончила. Весна-осень я прохожу такую процедуру всем вместе, всей семьей. Пью я, допустим, начинаю либо с сентября, либо вот как сейчас с августа. Ну и около 3 месяцев баночка это пьется. Пьется утром, вечером по чайной ложечке, не в зависимости от приема пищи. Можно на голодный желудок, я повторюсь уже, можно после еды, можно во время еды. Можно запивать и не запивать. Что еще? Диеты при этом... Я, точнее, мне никакой не рекомендовала эта женщина, бабушка, так скажем. Ну, конечно, лучше ограничиться в сладком. Ну, как бы, я думаю, если вы любители сладкого, и я думаю, что когда вы начнете вот такое лечение, что то сладкое вы сами поймете, что... Оно вам не очень-то и нравится, потому что я раньше как-то, ну, не особо, но я могла и 5 конфет за раз съесть, да, я уже как-то говорила. А сейчас я, ну, если конфетку съем, то это не так часто бывает. И сахар, я порой без сахара чай пью, и кофе также, а порой, ну, ложечку положу там в кофе, и все, не более того.
Вот. Состояние гораздо улучшается. Не думайте, что прям вот вы пропили и все, и на этом забыли, и у вас все будет всегда хорошо. Нет. Нужно весна-осень, повторюсь, проходить курсы. И с каждым разом, да, вот я уже с Осиной знакома около 2 лет. И с каждым разом все лучше и лучше и лучше. Вот. Так что даже мне, помню, гастроэнтеролог говорила, что даже если ты поправишься бельтрицитом, да, то не думай, что у тебя раз все и прошло, да. Это надо восстанавливаться длительно. Ну, а как я восстанавливаюсь, да, я уже повторю, что весна-осень это осина, а промежутки это у меня идет водичка с изюмом, я делаю отвары. Я полынь курсами пропиваю, также чеснок кушаю. Ну, в общем-то, все как обычно для меня, вот, да, последние 2 года. И я могу сказать, я себя очень хорошо вытащила, да, вот с этого состояния, какое у меня было, были жуткие головокружения, болела, наверное, вся мускулатура, да, которая находится в человеке, шея, хондроз мне стали, остеохондроз. Ну, конечно, ужас. Ну вот, как-то так. Что еще? Да, я могу сказать, что для меня и для моей семьи это лечение пошло только на пользу. И никаких ухудшений, а только улучшения. Так что вот сейчас я опять сейчас разложу, потому что девочки заказывают осину. Я уже отправила осину, я уже говорила вчера. Двум девчонкам уже одной девушке отправила повторно. Они вот сейчас лечатся, и она говорит, да еще мне отошли. Девчонки платят за пересылку, девчонки мне платят за осину. А вот баночка осины, и я 300 рублей порция. Но это тоже, девчонки, это очень, так скажем, нелегко, да, ее нужно собрать, за ней нужно съездить, это тоже, она у меня не вот рядом с домом, да, не рядом с домом, да, это время, ее нужно надрать, это тоже нужно силу, мы ездим с Сашей, Саша это, этим занимается, да. Это тоже нужно убить время, убить свои силы, да, чтобы ее добыть, привезти. Ее сейчас нужно высушить. Также я ее девчонкам, да, ну, отмеряю, да, какое количество они заказывают. Также еду на почту, и это тоже бензин тратится, да, так скажем. Так что я и так, я считаю, что чисто символически 300 рублей банка на курс полечиться и облегчить себе жизнь, но это, я считаю, это не так много. На лекарства мы тратим гораздо больше, 1000 тратим, и ну вот, я, можно так сказать, беру за бензин и все, в принципе-то, вот. Ну как, пересылка, осень. А пересылку девчонки мне отдельно платят. Ну, то есть они сами за свою пересылку платят, да, потому что они заказывают, чтобы я брала пересылку с отслеживанием, чтобы уже точно она отслеживалась, да, на всем пути. И ну, вот вчера, допустим, да, я 2 баночки девушка мне заказала и за пересылку вместе с коробочкой. То есть коробочку еще плюс я покупала бумажную, кордонную, точнее, и обошлось за пересылку 430 рублей. И вот 2 баночки осины 600 рублей, ну, 1030 рублей она мне перевела. А, ну вот, я считаю, что это получается на 2 раза или там с семьей она будет пить, да, там, может быть, с мужем, да, ну вот. И они просто потом посмотрят, как они будут себя чувствовать, это... Пускай напишут нам комментарии, а мы расскажем вам. Да. Девушку зовут Олечка. Олечка, большой привет вам передаем. Лечитесь на здоровье, чтобы все у вас было хорошо. Здоровья вам, любви, много денег. А, вот.
Ну вот, И много как-то так. детей. Ладно, сейчас, девчонки, рассыплю осину, покажу, что у меня получилось. Я еще Ване поставлю. У меня Ваня уже практически старую там допил. Я ему сейчас еще поставлю осину. То есть Ребята. следующую банку он будет пить. Так что мы лечимся тоже вместе с вами. Так что вот. Так, ну что, вот осинка моя. Все высыпала. Пускай сохнет, девочки. Сочная, обалденная осина. Вообще. Ребята, ставьте нам 1 000 000 лайков. Сейчас я отберу, немного Ване поставлю. Пускай стоит свеженькую, будет тоже пить. Так что, девчонки, кому надо, обращайтесь, заказывайте. Обязательно помогу, чем могу. Так что, еще раз повторюсь, не обижайтесь, что я там за нее денежку беру. Но я чисто беру за бензин, я тоже уже говорю, еду. Так что... Вы уж простите. А так я говорю, мне когда-то помогли полечиться. Я выздоровела и очень этому рада, да, какое было состояние. И, пожалуйста, кому нужно, обращайтесь. Тут у меня Гоша сидит. Мама, а бабушка? Вот. Да. Хорошо. Так, ну все. Я еще, девчонки. Пойдем. Подписочку и лайк. Жмякайте это все. Да, я тут сняла белье постельное. Я еще не заправляла постель. Сейчас буду заправлять. Ребята, не представляете. Что? Я как у меня пятки замерзли. Пятки. Все, в общем, сейчас, девчонки, ты, Гоша, там свои вещи раскидал. Надо убрать. Ваня пришел. В общем, сейчас все буду заправлять. Ты вещи свои с улицы пришел и скинул. Так, ну все, сейчас быстро заправляю кровати. У меня Маша сегодня помыла пол, пропылесосила, пока мы тут ездили, маленько прибралась. Так что, девчонки, кому прям нужна прям сейчас осина, могу. У меня осталось тут, наверное, банки 2 или 3 осины уже сушеной, готовой. Я могу вам отослать. Осина уже высохла, хорошая прям. Вот. Так что тут баночка меряю все. Все, пожалуйста, обращайтесь.